Швейное предприятие «Алиса» уже 5 лет создает женскую одежду. Здесь организован полный цикл работы. Начинается все в комнате дизайнеров, которые разрабатывают макеты проектов, после чего изделия проходят этапы конструирования и пошива. Предприятие реализует продукцию по всей России. Наше производство специализируется на повседневной женской одежде. Наша цель – одеть женщин в качественную, недорогую, доступную по цене одежду. Нашу продукцию любят и носят во многих городах Дальнего Востока, Хабаровского края, Амурской области, Томской и Омских областях. Над качеством изделий в компании «Алиса» трудится более 40 человек. Мастера создают платья, брюки, туники и блузы, а для их изготовления используют трикотаж высокого качества из Южной Кореи. Мощность предприятия позволяет выполнять крупные индивидуальные заказы. Полгода назад наша компания поставила задачу обеспечить формой и костюмами спортивные и танцевальные коллективы Приморского края. А также мы занимаемся благотворительностью, помогаем детскому дому номер 5. Швейное предприятие «Алиса» создает костюмы и для уссурийских танцевальных и вокальных коллективов. Спортсмены нашего города одеты тоже благодаря мастерицам «Алисы». Формы обеспечены футболисты, хоккеисты и воспитанники секции шорт-трека. Все модели, которые создает компания «Алиса», отличаются индивидуальным стилем и декором. Конструкторы изделий заботятся о безупречной посадке одежды на любую фигуру от 42 до 60 размера. Предприятие направлено на оптовое изготовление изделий, но каждую субботу здесь проводится день открытых дверей, когда каждая жительница нашего города может выбрать новый наряд на работу. Швейное предприятие «Алиса» находится по адресу переулок Пушкина, 2.